Так, хорошо, поехали. Четвертый раунд. Четыре. Горящий подвал. Осторожно, тут бывает опасная рума. Ту-ту. Бро. Не надо. What the fuck? Хули так страшно-то опять с самого начала. Там, может быть, снизу, да, вторая секретка, наверное. О, мне пизда. Яйкс. Господи, что за комната? Почему они такие ужасные? Зачем они такие ужасные? Опять часы. Хек. Но нет автомата на деньги. Бля, нужен автомат на деньги... Жирная секретка нужна, очень жирная. Очень сильно хорошая нужна секретка. Здравствуй, Эндертрон. Ты можешь меньше дергаться, боже мой, по нему попасть невозможно. Как же он мансит-то? Туда-сюда, туда-сюда. Найс, мухи. Это все мухи, это все мухи, окей. Я в домике. Я в домике. Либо нет. Либо говорим мы нет. Здорово! Хе-хе-хе! Говорят, автомата нет. Как это нет? Очень даже есть. Вот он, автомат. Игра меня не обманет. Кайф. Даже так можно сделать и таблетку уже вынуть, наверное. Something's wrong. Okay, тогда не буду так делать. Да просто отдай таблетку. Форза, я проходить ее не буду, но возможно жуков будем гонять еще маленько, да. Там сильно много контента, я в нее не буду уже так много играть. Он довольно однообразный там все же. Ну жуки вроде мемные, кстати, босс пиздец конченый. Видишь, у меня уже ключи есть, уже ключи, часы есть. Форза, я думаю, на понедельник пока ориентировочно. Спидран Форза? Какой нахуй спидран Форза? Никто ничего не спидранит вроде особо. Твою... Брр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 r Просто ебанутый босс. Охуеть. Другие игры, но в новом году, возможно. Ждите Новый год. Возможно, в новом году все будет. Просто залост. Смешно. Босс говно. Натурально. У Имперор. Ну-ка. It's fine. It's good. Охуенный комната. Одна за одной. Одна охуительнее другой комнаты. Не плюсь, а я... То есть...
Где мой домик? Я в домике, идите нахуй, я в домике. Страшно. Ебать. Ладно. Синяя тирсдаун, запомнили, наверное. Наверное, запомнили. Тебе надо две румы еще пройти, да, после этой. Не обосраться, лу. Надо не обосраться, еще две румы. Это будет сложно сделать. Я в домике. Я все еще в домике. Иди в жопу, я в домике. Ага. Подгорел, подгорел. Кто там в костер залетел? Кто-то залетел. Найс. Пока мы живы. Не. Он также и называется беглец, только у меня его нету. Я его не добавил. В этот в смайлы. Там просто есть разные версии каджам, они все каджам просто. Ну можно удалить, да. Можно в 7 ТВ, наверное, добавить. Подожди. Где 7 ТВ? Все найду, как это делать и где это делается. 7 ТВ. Тут уже не, даже не вошел здесь еще, после, видимо, переустановки. View profile. Емоуты. Удалить кэджем. Добавить новые. А, стоп, он не добавлен. Wait, what the fuck? Это же мои емоут. Это разве не мои емоут? Это мои емоут. Меня 7 ТВ троллит. А, нет, это, видимо, все-таки БДТВ. Наверное. Момент. Тогда сюда, видимо, надо зайти. БДТВ. Сюда, сюда, сюда. Дэшборд. Да, вот он. Cat Jam. Remove. Эмоуты. Cat Jam. Где он с шляпой? Кэджем с шляпой. Кэджем с шляпой. Добавить. Ну-ка. Во. Пошло. Только там джем почему-то не это. Небольшими буквами, лол. Там маленько другое написание. Суть одна и та же. Не-не, там джем не это. Небольшими буквами, лол. Кек давай. Ух ты, блять, аккуратно. Вот, а пиранга у меня вообще, да, никаких следов нет на первом этаже. Первый такой раунд за 4 уже рано. Ноль апгрейдов. Кроме рейнджа. Аж непривычно, как таки играть-то в эту игру. Как же так в нее играть? Если нету ножа на первом этом руме. Нажми F5, беглец. Там нужно страницу перезагрузить, скорее всего. Возможно, из-за этого. Плевать, у меня нет денег все равно. Окей. Это лучше, чем, наверное, дескарта. Нет, это кэджем, это БДТВ.
Это из-под этого эмоут. Просто кайф. Яйкс. Ну окей, это будет интересно. Это первый ран, который реально ран. Где нужно потеть больше двух этажей. А, еще и XL, окей. Забавный ран, забавный. Забавный ран, походу, будет. Ебать, а можно сюда уйду? Меня зажимает в углу, это неприятно. Так. Это что, нужно потеть? Не хотел потеть, не хотел сделать 20 стрик за один стрим. Нахуй потеть-то. Да где я? Не знаю. Не знаю, беглец. Должен быть, если бы есть БДТВ, то должен быть. Тоже нет, у меня уже есть. Я их 5 нажал, у меня появился. У меня все отображается уже. Такой есть, ну попробуй контрол F5. Тогда. Потому что такого у меня уже нету. Вот у меня такого как раз таки нет, я его удалил и добавил другую версию. Может, я кэш не обновился. В смысле, я его добавил только что. Там Cat Jam должен быть шапкой. Тератка Джем. У меня он есть. Я его вижу. Еще раз давайте проверю. БТТВ. Мои эмоут. Эмоут. Где мои эмоуты? Дэшборд. У меня все есть. У меня он отображается. Так что у вас тоже должен быть. Ой, ладно, поехали. Скизи маленько помогает все же. Чуть-чуть да помогает. Это можно было фармить на хули карту, но что-то мне кажется, этого не стоит, наверное. Такой себе фарм полный. Эх, взорвало. Это шанс на сделку. Бесполезно. Офигеть. Как они далеко хуярить стали. Что за говно? Может быть, энергия? Я чуть не обосрался. Могло смешно получиться. Сейчас лишь вышел бы без мантии, и мантию потерял бы навсегда. Было бы очень забавно. Лол, Керли. Что за буллинг Либра? Привет, Керли. Speed down. О, статы. Б.
3 яйца норма подряд. Я, возможно, хочу... Ладно, я не хочу эти планетарии. Мне похуй на планетарии. Ноги, наверное, берется. Бесконечный рейндж. Вообще бесконечный. Нет. Нет, нет, даже после патча нет. Ни за что, никогда. Эти ракеты я брать на ласта не буду. Просто, блядь, ни за что в жизни. Не-не-не-не-не-не-не. Нахер-нахер. Мне бомб хватает. Мне хватит. Блядь, это. Так, я же там уже не увижу, кстати, куда-то не увижу. Потому что я задолжил сделку, может, и увижу. Может, там будет букв дед? Не будут. А как это работает с часами, я забыл. Это там нет никакой тупой синергии. На часы. И книжка, об этом я что-то забыл. Там какой-то был мем, по-моему, да? С часами. Какой-то был мем. Какой, не помню. Какой-то был мем. Как бы еще в итоге хуйню не сделал нечаянно. С этой книжкой Беттани. Сейчас узнаем, надеюсь, не узнаем. Ну, возможно, и узнаем. Господи, ну и DPS. На третьем этаже, на этом ласте. Как непривычно. Обычно уже типа все просто умирают к этому времени. На этом ласте, что уже находишь минимум там 3-4 уже статапа больших. Еле-еле нашел сквизи. Непривычная херня. Сделка очень нужна сильно, потому что у меня будет очень мало сделок, если не будет сейчас сделки. Сильно много потеряю. Магаз уже видел. Не видел первую секретку, видел. Пиздёшь. Тоже все время видел, или почти все. Удача на грибы не влияет на грибы. Удача влияет на рундроп. У тебя будет больше прокать эту. Всякой полезной херни. Типа сундуков больше будет прокать. С большой удачей. Но я чтоб кипера не взорвал, я не помню. По-моему, я взорвал его, нет? А вообще нет, будет 45, по-моему, да. Если взорву. Здравствуй, Гудервар. Добрый день и вам. Может быть, не взорвал. Сейчас увидим. Да, 45, ну да. Все верно. Full health. Ну окей, этаж, в принципе, безопасный вышел, да? Ну, не особо интересно, честно говоря. Нашли букворум, нашли технологию. Не фонтан. Ну, что-то нашли. Что-то да и нашли. Есть черед, есть бомбы. Держу бомбу, одну тебе дам, вторую не дам. Вот без второй уже обойдешься. Вторая мне уже нужна. Очень хорошая. Хорошо, тирает хорошо. Ну вот, это уже поинтереснее выглядит с таким тирейтом. Уже получше. Найс. Это ломает тирскап. Это... Это говнище. Ой, ладно, хорошо. Ну, сделка была, это ладно, это хорошо. Значит, будет сейчас еще сделка, еще одна, скорее всего. Что могу выбирать, идти либо на дьявола, либо на ангела.
куда я иду? Может быть, нагло пойду. Искать сапплхарды. И прочие короны. Ну вот сама наводка, я потому и говорю, да. Гудхеды, сакритхарды. Было бы забавно. Курилайт на удача, да. Ну типа, блин, нагели просто, мне кажется, в целом, наверное, лучше сейчас сайтами здесь будут, наверное. Прикольный сундук. Че, по хуликартам? По хуликартам не густо. Угу. Ага! Это временно лучше будет, наверное. А может быть и не временно. Фига себе, нашли. Прикол. Блять. Ладно, отдай. Угу. Ну пока я могу ходить с удачей. Окей. Постер на потом, наверное. Это очень хорошо. Спрайт, да. Не так давно меняли спрайт у него. Было дело. Было такое дело. Мужика взорви, сейчас взорву. Сейчас все будет. Какая была из них? А тут будут другие враги. Я забыл этот прикол. Тут меняется враги лоу. При перезапуске румы. Забавная хуйня. Типа я ничего не потеряю, конечно, даже если проебусь. Ага, понял. Оранжевого от желтого, хорошо. Оранжево-желтая — это энергия. Просто хуярим эти огоньки. А что если, а если их поломаю, что будет? Я даже не знаю, что будет. Всех поломаю. Давайте узнаем. Кек. W. Они так не поломаются, наверное. Ну, это полубессмертие. Но был, конечно, довольно слабоватый при этом. Да, я полагаю, мы пойдем без постера, наверное. Я думаю, можно без постера идти. Оставлю удачу. Вдруг что-нибудь удача даст. Там был ключ. Ключ. Ключи все успешно въебаны были. Я там фармил этого ключника, всё, нашел постер, правда, но... Постер уже вроде не особо нужен. Сейф, у меня 4-5 вольт часы, у меня энергия. У меня энергия, я не взорвал мужика. Он не взорвал мужика, мудак, я забыл мужика взорвать. Фак. Ошибка. Какая ошибка? Ну вот, сделку не получил, а так может была бы, возможно.
Может, и так бы не было. Кто его знает? Ну давай. Давай айтем. Камон. Постер, да? Мне постер не нужен. Я уже бессмертный. Бессмертным постер ни к чему. Нам нужна удача. Постер, импостер. Кек. Классный рум. Иди в жопу. Да. Часы потерял, чё? Ничего, да? Не произошло, по-моему, ничего не произошло. Это же абуз, да, ведь? Это же, кстати, жесткий абуз есть с этим. Типа я могу поюзать, да? Нет, это хуйня, я снова потеряю заряд, правда, ладно. Не хочу абузить. Но в теории я могу сделать на миллион часов. На халяву, типа. Или типа на халяву. Прикольная комната. Так как бы по арбузе, ну, это прикольный арбуз. Типа орбиталки можно сделать халявные на ласта. Полезно. Луна у глаз и свисп тирс have a 30% chance to petrify enemies. Что такое petrify, я забыл. Английский сложный язык. Где кошка? Кошка меня игнорит, не знаю. Кошка меня заигнорила, я не хочу, наверное, брать хаос. Хаос? Ну, блять, уже, по-моему, для хаоса поздно. Каменение, окей. Ох, ебать. Ох, ебать. Аккуратно. Босс-раш не успеем. Base Damage Gaming, да? Да ну, такого не было на толсте. Терзы много, но, блядь, там уже вообще нет. Ну, терзы много. Да, надо завис. Шинангела. А могу ли я сменить выбор? Может быть, могу. Ну давайте потыкаем сундуки. Тут что-то может будет лик, тут нихуя не будет, как я понял. Нет. Если подумать. Если подумать, то тут тоже подозрел Капараша. Но. Ну ладно, ада. Получается, ада. Откат D8. Откат D8 был роковой, да. Это будет какой-то, походу, душный ран. Если так дальше пойдет. Какая-то духота намечается. На этом ласте очень непривычная. У меня был бейс дэмэдж на бомбе 1. Это что, блять, вообще? Никогда такого не было. Что это за говно? Даже еще тирейт не поломал при этом. Даже тирейт не поломал. Ладно бы был поломанный тирейт хотя бы. Надо его выдавать, но вот, ну вот да. Вот опять.
Опять какое-то говно. Я в домике. Я в домике. В жопу. Вы в жопу, а я в домике. Ты тоже в жопу. Проехали. Проехали. Я в эту руму не пойду. Пойду в эту. Ну, в целом это же правда, был бабок леса. Бывают исключения, они только подтверждают правила. Так работает. Просто unlucky. Но это опять же, это в принципе, это билд-то неплохой. Просто, ну, мог быть лучше. Это неплохой билд. Это все еще билд, просто слабенький билд. Микробилд. И да, главное, у нас есть чем выживать. Это на самом деле самое главное. Типа, если не тупить, то я тут, по идее, не могу умереть. Если просто кнопки успевать нажимать нужные. Тут просто невозможно умереть. Но это, возможно, будет долгий раунд, правда. Ух ты, нихуя. Чуть не попало. Херачит. Играя по ТС-стратегии, беру часы на лосте, беру не гадя, это так и делается, да. Причем, что лост обычно, что этот, что ты лост. И на того, и на другого они очень полезны. Это, в принципе, один из лучших по дефенсу айтемов. Очень сильно может спасти в нужный момент. И главное, опять же, если находишь к ним энергию, это просто, ну... Это геге. Пошли опять на, да. Ну во, хоть какой-то. Или все-таки жадничать? Будем жадничать? Или не будем? Плюс 2 дэмэдж. Плюс 2 дэмэдж. Ладно, не буду жадничать. Там в теории может быть Крампус вообще. Есть пилюля, она не поможет. Хотя... А ща, вообще поможет, да. Правда, я ее потеряю, наверное. Нет, нет, я ее не потеряю. Ладно. Да, я мог проверить, уебать. Хуликарта, она тут мне даже не нужна. Забавно. Ран, где хуликарта просто бесполезна. Потому что это энергия лучше хуликарты. В нашей ситуации. Вообще, да, я реально мог проверить обе сделки. Это правда. Тоже верное замечание. Учитывая, что у меня энергия есть. И не раз, да, ну типа, бесконечно можно было проверить. Ну пока, правда, сделка не закроется. Она... По-моему, она может закрыться. По-моему, она может закрыться. Это даст это навсегда, какие бы они ни были. Это минус скорость! Минус скорость. Плюс дэмэдж, да, и плюс тирейд, да? Да, помню, тирейд, дэмэдж, минус скорость это. Ладно, наверное, я это переживу. Это так не работает, Витя. Там все равно сделка может закрыться, по-моему. Я такое получал как-то раз. По-моему. Только если у тебя Евхарист или Годхэд, тогда да. Все остальное тебя могут наебать, по-моему. Там шанс, может, маленький, правда. Нихуя себе. Нихуя себе скорость, которой у меня нет. Здорово. Бля.
А хочу ли я сюда? Как же мало блядской скорости. Скол, заебись. Скол я точно хочу. Ну, билд найден. Билд вроде найден. Мантия на базе, окей. Я ничего не потерял. Найс, купи. Вторая? Да, вторая. Бобья голова опять. Не. Heroes of the Lost. Четыре монстра. Бомбы. Блин, скорость будет проблема, наверное. Это не странно. Скорость может быть проблемой. Всякое говно будет в конце сложно доджить. Аркадо. Там скам-автомат может быть. Давайте проверим. Там тупо скам-автомат нужен. Если он там есть. Нету. Прежде корм. Дела как обычно. Потрясающе. Как у вас дела? С Рождеством. Сюда. Направо. Ох, блять. Блять, сюда. Ой, господи, идиот, ладно. Тут-то уже можно было не получать урон, наверное, под конец-то. Холикарта, я знаю, тут мне холикарта не нужна. Вкусно покушал, но это уже заебись. Это уже приятно. Это неплохо, значит. Тут мне холикарта не нужна. Не тут ран. У нас есть таблетка получше. Чем холикарта. Охуеть. Миллиард кинов в одной комнате. А можно я найду дорогу правильную? Это прям было бы очень хорошо. Сколько можно? Дайфайт это или очень кривой троллинг, или... Мы только что написали какую-то страшную глупость. Одно из двух. Там таблетка, там энергия. То есть у меня, в принципе, часы бесконечные. Их перезаряд. Стрелки не было. Значит, колбы я так не нашел. Благо, он быстрее умер. От этого идиота доджить сложно будет с 0.8 скорости. Прям весьма сложно. Тихо нахуй, говорит. Не забыл, что в этом есть грит. Как это маленько не видно было на старте. Румы.
Кстати, если ТПшник сделку с красного сундука, то сдували, это такая старая сделка у босса. Чего? Если ты сделку видишь, ты уже ее не можешь никак изменить, если ты ее уже увидишь. Если ты продуалить, у тебя не будет дуалить, если ты уже был на сделке и ты это ничем не отменил. Кошки нету, кошки на толосте, видите, хватит троллить. Какая в жопу кошка на толосте. Глаз успел. Фига он быстрый. Блядская скорость. Охуеть скорость. Ничего не могу нахуй сделать в этой комнате. Не знал. Ну, теперь будешь знать. Охуеть. Мухи. Мухи опасные. Мухи сильно опасные. Лечи еще более опасные. Просто, блядь, жесть. Блядь, не бись, пожалуйста. Ой, блядь, урод. Так, жмёт таблетку, потом подситься. Порядок. А, не, рукой заряжайте. И заряжает хуйню. Быстрее, чем я думал. ТПС плюс-минус. ДПС плюс-минус, но больше минус. Тот билд был, да, немного посильнее прошлый. Вау, серьезно, вообще нихуя полезного. Ладно. Я убегу, я убегу. Мама Саразор, наша любимая. Не, скорость на лоса сильно, конечно, влияет. Сюда нужна скорость. Ты не охуел ли, розовое уёбище? What? Охуеть. Просто ебан розовый, блин, нахуй. Сливка вайбит. Еще муха. Еще сливка. Фух, дошли. Но я бы это не прошел больше 6 часов. Довольно вялый ран. Или все еще не такой плохой в плане билда. Окей. Хорошо. Мистер Синий Бэбик. Ага.
Ага, воид, конечно. Сразу 20 воидов давайте. Душноватенько, душноватенько. 4. Не, вот эти, может, и прошелся бы. Там айтам выдают много. И опять же, есть часы с энергией, но типа зачем? Зачем этим заниматься? Зачем эти страдания никому не нужные?